Как я, блогер, должен понять, что мне нужен сайт, что указывает на то, что уже пора делать сайт? Все зависит от тематики. Я не могу сказать, какая тематика. Например, кулинарный сайт. Казалось бы, зачем кулинарному влогу сайт? И так все понятно. Но представьте, вот это, пишем там, допустим, рецепт хинкали. Окей, как сделать хинкали, грузинская кухня в домашних условиях. Вот видео о том, как эти хинкали сделать. Да? Вот есть видео, которые помогают, там, допустим, грузинский салат, там, да, либо там что-то еще, что-то еще. А дальше текст. В этом тексте вы можете давать сюда, условно, рецепт, описание, какие-то вот, как это сделано, это есть примеры «Едим дома». Там встроенное видео, все стоит, у всех работает. Знаете, сюда вы даете, вместо рекламы, допустим, даете там полезные советы для этих хинкали, да? Там, какую муку лучше использовать, да? Потом, допустим, там с хинкалями также хорошо, допустим, заходит там грузинское вино. Ну, такие подсказки, и у вас такая полная картина происходит. Вот это работает очень и очень хорошо. Рукоделие. Та же самая история. У вас есть ролик, а сайт – это то, что может дополнить ваш ролик. То, что сделает его максимально лучше среди конкурентов. Поэтому, друзья, если у вас есть желание и понимание, и бюджет, что самое важное, чтобы делать сайт, делайте. Если бюджета нет, и вы думаете, что делать его сами, лучше не делайте.